О ветеранах нужно помнить не только в канун Дня Победы. С этой прописной истины начал заседание в Рио губернатора Станислав Воскресенский. Он дал задание чиновникам проехать по адресам ветеранов и узнать их жалобы. Работа была проведена, а результат такой. 262 ветерана Великой Отечественной войны, члены их семьи, проживают в жилье, которое не имеет централизованной канализации и водопровода. В том числе 79 человек. Сколько человек? 262 ветерана. В том числе из них 79 человек проживают в населенных пунктах сельской местности, которые не имеют вообще в целом никаких центральных систем канализации, водопровода и отопления. Всего в регионе 657 ветеранов. Есть, конечно, и другие у них проблемы. Их систематизировали. Ветеранов не устраивает система здравоохранения, отсутствие остановочных павильонов, низкое качество капремонта. Кому-то нужно помочь с окнами в доме или полами, или с решением бытовых вопросов. Тут без волонтеров не обойтись. Задание все проблемы ветеранов решить получили главы муниципалитетов. Станислав Воскресенский обещал лично проверить. Сейчас такая волна внимания пошла. Она должна быть постоянной. Мы с вами об этом говорили, и с главами об этом говорили. Это не должно быть приурочено к датам. Просто нам надо этим людям, повторюсь, которые обеспечили нам с вами мирное небо над головой и поступательное стабильное развитие, оказывать внимание. Рассмотрели собравшийся вопрос создания сквера интернационалистов. Он расположится между проспектом Ленина и улицей Жиделева. На работы по укладке тротуара, установке малых архитектурных форм и прочее благоустройство на 2 года городской бюджет выделил 11,5 миллионов рублей. Будет предусмотрено освещение в настоящее время отсутствующее, и сделаем нормальный такой классический сквер. А в этом году, повторюсь, у нас будет построено часовня в виде четверика, 3 на 3, высота до конька 8 метров. Если средств не хватит, отметил в Рио губернатора, можно будет попробовать включить сквер в программу формирования комфортной городской среды на будущий год. Запланировано место и для памятника. Его эскиз разработан, но пока неизвестно, быть ли монументу. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.